Kinder Welcome Party. Детский танцевальный выходной в Голоденс Риверсайд стал настоящим праздником для тех, кто делает свои первые шаги на паркете. На самом деле, танцы – это тоже очень красиво, и девочкам это безумно нравится, и они, правда, становятся настоящими принцессами, а мальчики, если они ходят танцевать, то они становятся настоящими джентльменами. И сейчас это очень-очень актуально. Прийти, поучаствовать в разных группах, посмотреть разные направления, познакомиться с разными направлениями танцев и решить для себя, где им удобнее, где лучше, чем они хотели заниматься. Наши девчата решили поучаствовать в этом. С большим удовольствием пришли со своими друзьями. Все-таки она склоняется к современным танцам. Она мне давно говорила, что ей больше нравится хип-хоп. Но до этого она занималась у нас хореографией, а после конкурса все-таки решили еще и заняться современным танцем. Я уже не помню, когда я танцевала. Но в молодости я танцевала хип-хоп. И хореография тоже занималась. Знакомство с различными танцевальными стилями помогает определиться с выбором и понять, что именно юной душе угодно. Дети маленького возраста и немного не понимают, что такое бальный танец или классическая хореография. Поэтому им очень нравится быстрая музыка, им нравится очень много двигаться, поэтому они выбирают именно эти направления. Советы специалистов адресованы родителям. У юных гостей клуба всегда есть свое мнение по поводу любимого жанра. А какие танцы тебе нравятся больше? Такие быстрые, но не сильно. Быстрые, медленные, классические. Мне нравятся больше быстрые, потому что в них очень активное можно и позитив есть. Взрослые еще долго говорили в тот день о том, что танцы развивают и мышечный корсет, и координацию, не говоря уже об эстетическом влиянии. Дети же поняли для себя главное – танцы – это интересно, здорово и весело.